День знаний – праздник, который был в жизни каждого и который помнят все. Но 10 лет назад одно такое торжество обернулось трагедией. И ежегодно в первые дни сентября наш народ, с горечью вспоминая о ней, творит молитву. В Москве помолились о детях, погибших в Беслане. В этом году Россия отмечает трагическую дату – 10 лет с того дня, как террористы захватили обычную среднюю школу в северо-осетинском городе Беслане. Панихида прошла в столичном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Сентября 2014 года исполнилось 10 лет со дня трагедии в Беслане. Тогда боевики захватили учеников и сотрудников школы номер 1. В течение 3 дней удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей. Во время панихиды священник зачитал имена всех погибших заложников, а также имена спасателей МЧС и спецназовцев, которые участвовали в операции по освобождению страдальцев.